Новый министр ЖКХ Ибрагим Казибеков ответил на вопросы журналистов. Пресс-конференция прошла в офисе партии «Патриоты России». И не случайно, ведь новый руководитель является партийцем. Хадижат Мазгарова расскажет подробнее. Тот редкий случай, когда на должность министра назначают члена оппозиционной партии. На посту главы Минстроя Ибрагим Казибеков неделю. Новое руководство уже определило приоритеты и векторы работы. О них сегодня и говорили на пресс-конференции. Больше других журналистов интересовал вопрос массовой застройки столицы и обманутых дольщиков. Один из фактов. Сегодня в городе 148 домов-призраков. Их возвели, но расселять людей в них нельзя. Сегодня суды принимают решение о том, что да, вот эта собственность, которая этим человеком построена на каком-то земельном участке, это его собственность. Но сегодня суды не принимают решение, что в этой собственности можно жить. Нельзя жить в этой собственности, потому что этот дом возведен без соблюдения соответствующего законодательства в этом вопросе. Дома, которые незаконно возведены, они будут стоять пустыми. И те люди, которые сегодня... Вот, все это пойдет на экран, я просто еще раз хочу, чтобы до людей дошло. Все, они вот несут, оплачивают какие-то квадратные метры, ищут там дешевые способы. Они потеряют эти деньги. Судьбу этих домов определит суд. Какие будут снесены, а какие перепланированы и доведены до градостроительных норм. Журналистов также интересовал вопрос, который переплетается с новостройками. Когда будет запущен водоотводный коллектор? Количество домов растет, а вместе с ним увеличивается и сброс канализационных стоков в море. Министр сообщил, очистные сооружения должны заработать к концу года. Такой прогноз позволяет делать достаточно крупное финансирование проекта в размере 300 миллионов рублей. Я как дагестанец, как житель города Махачкала считаю, ну это на самом деле, нам должно быть за нее стыдно. Мы постараемся все сделать, чтобы этот сточный ход в наш Каспий не поступал. На конференции затронули также тарифную политику республики, задолженность Дагестана по коммунальным платежам. Для ответа на часть вопросов новый министр попросил у журналистов время. Хадижат Мазгарова, Эльдар Ибрагимов, Заур Магомедов. Время новостей.